К строительству Мамисона необходимо подходить комплексно. Это один из значимых объектов для всей республики. Об этом заявил премьер Теймураз Тускаев на заседании межведомственной рабочей группы по дальнейшему развитию Мамисона. На совещании рассмотрели строительство объектов водоснабжения и канализации на территории будущего курорта. Также говорили о корректировке проекта инженерной инфраструктуры и о том, какие работы проводят по сохранению расположенных на территории памятников культурного наследия. По всем вопросам даны соответствующие поручения руководителям профильных ведомств.